Так, ребятки, решил все-таки визуализировать я всю эту красоту, посмотреть как. Вот я сейчас максимально направил на источник, видите, да, такие пилы. Вот это все помеха, вот ее слышно, трещит. Но самое интересное обнаружилось вот что. Если опуститься на авиадиапазон, смотрите, какой уровень помехи. В разы больше. И это не потому, что антенна у меня на авиа работает. Наоборот, она у меня работает 144-146. То есть, вы видите, да? Так, 135. То есть, по сути, если послушать вот сейчас. Можно даже предположить, что самолет, пролетающий мимо этого говнища, будет принимать то же самое, как и я принимаю. Ну, в общем, нехорошо это. Так, друзья, вот это говнище. Предполагаемый фонарь, который дает помеху. Зум, это цифровой. Мы видим, что сегменты сгорели. Так, что скажите, ребята? Я так понимаю, что он и дает помеху. Так, ну вот момент истины, типа. 20:34, явно фонари загорелись, а помеха не исчезла. Вот такая фигня. Сейчас пойдем смотреть на улицу.